Всех приветствую на канале. Мы сегодня на заводе пробковых изделий. Здесь производятся пробки, как я уже показывал, делается для вина, коньяка, шампанского. Расходится на весь мир производство. Вот такое Италия, Франция, все у нас их покупают. Вот такое у нас есть. И мы здесь в одном из цехов делали отопление. Сейчас быстренько покажу, что мы сделали. Здесь будут стоять станки, работать люди. Сейчас временно это складское помещение. Мы установили с одной стороны 4 тепловентилятора. Вот, это Vulcano Mini с плавным управлением. Будет управляться, будет 4 пульта, 2 пультика, вернее, попарно управляться. Пушки, они с Wi-Fi, можно будет задать время, удаленно их включить, выключить. Ну, то есть, тут сделано воздушное отопление, вот так. 4 штучки. Тут уже частично вот цех оборудуется, работает. И с другой стороны у нас радиаторная сеть. Вот радиатор, это крайняя точка. Их тут 8. Вот. Стоят термоголовки. Здесь, возможно, будет разделяться это помещение. Потом и на каждую зону, в общем, тут будет присутствовать по радиатору. Таким образом сделали это все. Вот оно. Вот 8 радиаторов под стеночкой и тепловентиляторы с этой стороны. Тут мы просверлились аккуратненько, вот по шахтам поднялись трубы наши. Все это сходится в котельную. В котельной установлены 2 газовых котла. Два газовых котла, которые сейчас это отапливают. В дальнейшем будет модернизироваться все, устанавливаться дополнительные тепловые агрегаты, потому как этих газовых котлов не хватит. Тут мы прошли изначально здесь. Вот, тоже складские помещения, это все продукция, все в пробках. Тут в одном поддоне там 160 тысяч пробок. Так, сейчас покажу. Вот узел наш, гидроузел. Отсюда идет разбор. Вот, одна наша веточка работает. Установили сюда мощный насос Grundfos 3280. Он у нас работает полностью на весь этот цех. Также здесь будет установлен контроллер, который будет управлять, выключать, включать насос, подавать тепло, будет плавно там регулироваться. Это все тоже можно будет задать. Все, ну, в общем, вот такую работу сделали. Тут еще видите, как видите, много есть работы, чего подключать. На данном этапе мы справились. Эта часть не наша, это было здесь смонтировано полипропиленом. Мы сделали металлопластом. Тут времяночкой пока подключили. В понедельник будет электрик уже это все. Там до конца недели обещал это все сделать. Ну и будет красота. Так, хорошо. Показал, рассказал. Все, едем дальше. Всем привет.